Всем привет, ребят! Ну что, я нахожусь сейчас на ВК-фесте. Вот, здесь, конечно, немножечко так пока что скучновато. И я хотел бы записать сегодня классный контент, прокинуть пану тем людям, кого я встречу. Вот, ну и посмотрим, что с этого получится. Этот формат записывал еще в 2017 году с болельщиками по чемпионату мира. Поэтому давайте посмотрим, подпишемся на этот прикольный контент, ну и вообще поржем над моим скиллом. Все, мячик взят. Посмотрим на мой скилл. Ну, вроде бы я ничего не забыл. Видите, какие кроссы. Опа. Погнали. Давайте сейчас к первым сам подойдем. Будем тихо это все делать, незаметно. Вот видите, парень, значит, как сейчас мы пойдем. Блин, не получилось. Он шел, короче, слишком быстро. Он боялся. И как это? Вот так, вот так, вот так. Получается у меня эта фигня, я раньше круто все это прокидывал. Но посмотрим, что будет. Пацан умеет давать пас, это уже хорошо. Погнали дальше. Вон девушка идет, сейчас мы ее проверим. Он просто в курсе, видно. Да. Бил там на опыте вот это. Я не такой нулевый, что-то выходит у меня. Погнали дальше. Теперь последний я панну делаю, и все, ребят, завязано, потому что жара дикая, я реально устал уже, вот, а еще сегодня мне надо быть на тренировочке, поэтому давайте последний раз, прям, я думаю, самый идеальный, пойдем в толпу и прям попробуем прокинуть дабл панну. Ну что, на этой позитивной ноте мы заканчиваем. Я думаю, получился прикольный формат. Мы на ВК-фесте находимся. Вот сегодня на этой сцене будет много крутых исполнителей. Я, к сожалению, не смогу присутствовать, вот, потому что у меня тренировочка. Сегодня еду к Броукам. Вот, так что подписывайтесь на канал, на мою телегу. Ну и всем пока!